Для ребят из Харцизского приюта, детского дома, детей, которые сегодня воспитываются в приемных семьях, а также для их родителей и попечителей, в малом актовом зале городского ДК сегодня была организована небольшая развлекательная программа. По случаю Дня усыновления, который отмечается в последний день сентября, отдел по делам семьи и детей Харцизской горадминистрации совместно с работниками Дворца культуры подготовили для детей десяток веселых и познавательных игр, вокальных и театральных номеров. Примечательно, что именно сегодня православные христиане отмечают важный религиозный праздник – День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, который в народе принято считать праздником доброты и милосердия. Именно этого доброты и милосердия пожелала всем собравшимся начальник отдела по делам семьи и детей Илона Гагунская. Дорогие дети, добрый день, уважаемые родители! Святой праздник веры, надежды и любви – также матери Софии, я хочу поздравить вас и пожелать вам, самое главное, веры, которая будет озарять ваш путь. Особенно надежды, чтобы никогда вас она не покидала и была всегда рядом. А любовь пусть согревает ваше сердце и идет на протяжении всей вашей жизни. Всем детям, которые находятся у нас в семейных формах воспитания, я желаю успехов и удачи родителям, воспитателям, приемным родителям. Естественно, терпения, благополучия, а также огромный большой поклон от нас, от всех за воспитание детей. На сегодняшний день в семьях опекунов в Большом Харцизске воспитываются 166 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. С начала года 17 ребят приняты в приемные семьи, двоих детей усыновили. Глава Харцизской администрации Василий Ткачук выразил благодарность усыновителям за добро и участие в судьбах детей. Нашим дорогим подопечным, нашим любимым деткам, конечно же, хочется пожелать веры, любви. Наша задача – окружить их любовью, дать воспитание, дать образование. И чтобы в перспективе у них, когда они вырастут, была огромная, настоящая любовь. С праздником вас, дети и взрослые! Особый интерес детворы на празднике вызвали театральные миниатюры в исполнении актеров театра-студии «Браво». Главной темой мини-спектаклей стала извечная тема борьбы добра со злом. Добро, разумеется, везде выходило победителем.